Ассаламу алейкум, тамошобинони азиз. Рӯзи ҳаматон бахайр бошад. Иншаллоҳ ки ҳаматон созин хубен. Раҳмат ки бисёр мепарсен. Кичоштин гуфта. Ҳамиҷо даем шукри худо ки созем духтаро. Просто вақтим камтаре ки дар YouTube видео карда партомоз ба Instagram пеш протестам актив на. Бисёр реклама гирифтесем, вақтим наштеса барои видео монтаж кардан. Кадоми кор кардан мехоҳад дар командаи ман дар WhatsApp нависен. Иҷа моҳи октябр мо конференция рафта гирифтем, видеошо тамошо кунед. Старая же матал грием она. Дорог не чихшу. Не сафи дорог не. Какие красивые. Короче, дига они сархона бда, фарами. Халикардам. Красота же. Иджа подарка грифтам. Настанется и бихтарином, да? Спасибо вам большое. А как мне дава мира? Как он был? Вохрим я к ним. А ты догонаем, ки? Чор сорчит, дружимся. Чор сорчит, мога, мы за ним. Дар дил мне к ним. Я говорю, он был, да, мы чор сор джанг, 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 наш деда байн мон. Будем. Я дигарам на хафа на карте. Бехтарин инсонай. Яким бор вам мехрим. Хам догонаем, Джонни гуем хам. Директори пеш кадами командаем ма. Ай, сатур я чихай фам, макни сатур книем. Сатур книем, а дамар чихай фам. Телефон кунам, кани ку джон да инде стат. Я дарама да гистали дам. Здравствуйте, так, надо показать билетик? Да. Сейчас. Поехали. Май, блин. Показать.
Вот, посмотрите, пожалуйста. А, проходите. Ой, так темно. У нас 9-й, что ли, 3-й была? Мы находили мои брои, двух полов мои брои. Значит, у меня же 3-й. У тебя тоже 3-й дьяд. Да, да. У нас 3-й дьяд. Партер, 3-й ряд, 33-й место. Она сзади оказалась. Да, обязательно со своим наставником. День рождения любимой компании, любимой по духу, любимой по ценности. Срочно берите билеты, пока они еще есть. Везите свои команды. Для меня это же традиция. Многие пойдут на сцену за своей наставником. Станьте частью самого масштабного мероприятия. Все этажи. Мама, доктор, Одама. Это всегда огромный заряд энергии. Не только для меня, но и для всей моей команды. Вы не пожалеете. Это будет самый лучший день в вашей жизни. Услышать новости из первых уст. И я не пропускаю ни одного события компании, ни одного форума. Обязательно приезжайте в Москву. Если ты в бизнесе, то для тебя это тоже очень важно. Это праздник, на котором мы заряжаемся вдохновением в океане эмоций на весь следующий год. Я не пропустила ни одного мероприятия. Я впервые готова рассказать все. Чувствуешь себя участником большого и дружественного сообщества. Это возможность узнать все самые горячие новости компании из первых уст в одном месте. Спасибо всем лидерам, которые приняли участие в этой суперкоммуникации. Вы согласны со мной? И, конечно же, наши основные достижения – это наши звания. Их более 4000. И 96 мы с вами сделали в 14-м периоде двухнедельный каталог. Вы знаете, наверное, тут у нас есть люди, которые первый раз на мероприятии, да? Кто это? Помаши. Вот. Наверняка вам лидеры говорили, что на мероприятиях рождаются новые лидеры. Поверьте, это правда. На мероприятиях рождаются новые лидеры, а на больших мероприятиях большие лидеры. Совета компании. Справляемся со всеми трудностями, идем вперед, становимся эффективнее, сильнее, мудрее. И на этом пути особенно важно, когда рядом есть люди, которые могут нас поддержать в сложный момент, наполнить энергией, разделить с нами радость от успеха и подарить на новые победы. Именно поэтому сегодняшнюю конференцию мы посвящаем таким людям. Реальный потенциал и человек, который продолжает меня каждый день вдохновлять своим собственным примером. Как вы думаете, кто это? Все верно.
это мой муж, основатель компании Faberlic Алексей Нечаев. Мы с Алексеем познакомились в январе 2009 года в клубе для игры в Го. Это такая стратегическая, логическая игра родом из Китая. Я прочитала в тот момент книгу «Го и стратегия», может быть, кто-то из вас о ней слышал, и загорелась идеей, что мне надо научиться играть в эту игру. Но, к сожалению, мастер в клубе объяснял правила крайне путанно, и ясности у меня не прибавлялось, вопросов становилось все больше. И сразу вспомнил, мне в такие моменты всегда вспоминается высказывание Эйнштейна, который сказал, что если вы не можете что-то объяснить шестилетнему ребенку, то в теме вы разбираетесь, мягко говоря, не очень. И на мое счастье, за соседним столиком оказался Алексей, который слышал наш разговор и предложил свою помощь. И я уже помню тогда, в тот момент, он меня покорил своей способностью легко, доходчиво и с юмором объяснять сложные вещи. Через несколько дней мы с ним встретились в ресторане, проговорили уйму часов. И вот уже скоро будет 15 лет, как я ежевечерне с увлечением слушаю его рассказы. И мой муж вдохновляет меня очень много чем, но сегодня я хотела бы выделить два момента. Во-первых, это то, как он реагирует на сложные, тяжелые ситуации, как решает проблемы. Вы знаете, очень спокойно, без суеты, без какой-то паники, без вот этого всего, что часто бывает у женщины. О, все пропало. Наоборот. И самое главное, на мой взгляд, он не боится совершить ошибку. Я хорошо помню его слова, благодаря которым у меня буквально выросли крылья за спиной, и я получила совершенно другую степень свободы в своих действиях, решениях. Он сказал: «Никогда не бойся совершать ошибку. Ошибка – это лучшая инвестиция в наше обучение». Конечно, с некоторой оговоркой, что будут сделаны правильные выводы из ситуации, ошибка больше не будет повторяться. И второе, что меня восхищает очень в Алексее, вдохновляет, это то, с какой любовью он относится к собственному делу и его стремление быть полезным людям и своей стране. Он, знаете, такой настоящий прагматичный романтик. И многие его увлечения со временем становятся действительно масштабными проектами. Например, как вы некоторые наверняка слышали, факультет бизнеса «Капитаны» в университете Плеханова. Это все начиналось много лет назад с его юношеской увлеченности педагогикой и молодежными отрядами. А сейчас это полноценный факультет, на котором учатся более 1000 человек в Москве и 12 регионах России. Но, конечно, самый масштабный проект Алексея, и я уверена, вы все о нем слышали, это партия «Новые люди», которая добрыми и хорошими делами старается помогать миллионам людей и нашей стране. И мы ежедневно видим, как новые люди борются с ненужными ограничениями и вместо них предлагают идеи развития. И мне очень приятно, когда хотя бы некоторые из них удается воплотить в жизнь. Так что я не перестаю поражаться тому, насколько разносторонний человек мой муж. Он, знаете, как угри на малых парусах. Может и свои мечты претворять в жизнь и создавать чудо для окружающих. Но, конечно же, не только семья является моим источником вдохновения, также это и любимое дело. И меня бесконечно вдохновляют люди, которые создают наши с вами любимые продукты Faberlic.
Вы знаете, мы привлекаем лучших экспертов, лучших визажистов, косметологов. Здравствуйте, самые талантливые и энергичные лидеры и консультанты Faberlic. Региональный директор ИМОНа. Сегодня удивительный день. Он наполнен улыбками, теплом встреч, удивительными новыми возможностями. Взгляните вокруг. Вы видите эти улыбки, вы видите этот блеск. Это сияете вы, наши самые лучшие лидеры Faberlic, которые вдохновляют нас. А мы сегодня постараемся вдохновить вас на честный обмен опытом и, конечно же, на новые достижения и успехи. Что же такое вдохновение? Именно вдохновение – это новая искра, которая несет внутри талант и творчество. А если есть новая идея, то будет новый проект, и мир преображается, становится ярче и лучше. А я лишь добавлю, что это зеркало, в котором отражаются наши самые яркие моменты. Так пусть сегодняшнее мероприятие станет ярким, незабываемым и поистине торжественным. Получилось, Евгения, торжественно? Конечно, получилось. Ну и не останавливаясь, не изменяя рамку торжественности, мы поприветствуем директоров, лидеров стран и руководителей представительств Faberlic в странах. Здравствуй, Азербайджан! Чтобы у нас с вами так поздравление получилось красивым, новые директора встают со своих мест, как только слышат свою фамилию. На сцену поднимаются справа и слева по боковым лестницам, а спускаются красиво по центральной лестнице со своим чеком. Начинаем! Встречайте! Новые директора компании Faberlic! Встречаем новых директоров Верхневолжского региона. Наталья Абаева, Ирина Борщевская, Елена Галюшкина, Юлия Егорова, Елена Ефремова. Поднимайтесь, коллеги. Ольга Захарова, Анастасия Кожихова, Октябрина Пикунова, Наталья Лущикова, Светлана Сорокина, Елена Фетищева, Любовь Заидова, Светлана Алипова, Зия Юнусова. Встречаем новых директоров Дальневосточного региона. Светлана Бурихина, Елена Кушнер, Светлана Хвощевская. Новые директора Сибирского региона. Давайте больше аплодисментов, коллеги. Наталья Андреева, Мария Власова, Екатерина Калинина, Надежда Караваева, Ирина Коломеец, Антонина Кобылова, Татьяна Кошкина.
Анастасия Медведева, Юлия Минашкина, Ольга Мотникова, Татьяна Роева, Елена Усатова, Валентина Шмакова, Алена Штергель. Аплодисменты новым директорам компании «Паперлик». Мы желаем вам новых успехов, мы желаем вам смелости, мы желаем вам такой же красоты, какие вы красивые сегодня. Красивая.